отсутствовал дифтерит. Я себе представлял именно, ну, себя на войне, и мне было действительно не по себе от этого. Так, все. А помнить необходимо для чего? Зачем мы будем помнить? Мы будем ценить то, что свою жизнь, то, что нам подарили такой прекрасный мир. Мы будем все ценить. Я бы хотел помнить, чтобы не повторилось больше этого не. Ну, это наша история. Это наша история, нас учит. А что мы можем сделать для того, чтобы не было войны, не было горя, слез? Чтобы всегда были детские улыбки. Я был бы, это сложнее всего создать в нашем мире. Но от нас что-то зависит, вот от... Если один начнет воевать, так и все пойдут. О чем вы мечтаете, скажем так, в это мирное время? О свободе. Свободы бывают разные. Нет, ну конкретно о свободе Украины. О том, чтобы не было у нас войны, о том, чтобы нас не убивали, чтобы никто не страдал, чтобы были счастливые дети, семьи. Вы просто говорили очень хорошие слова, что нет ничего лучше, дороже детской улыбки. Да. Так и должно быть, да? Видимо, это и есть часть.